Ну что, Наташ, какая у нас лапка? Лапка у нас заживает, лапка у нас уже хорошая. Уже немножко осталось. Переломы у нас тоже срастаются. Шовчики у нас хорошие, чистые. Все, сейчас ребенка перевяжем, перебинтуем, и все будет хорошо. Да, котичка? Сейчас, мой золотой. Так, смотри, ну что, я, наверное, малиночку вот эту маленькую возьму ему. Ему хватит. Не-не, а этим давай этим. Сейчас смотри, что буду где угу. Было. Держи. Раз. Вот так, два. И сразу сюда пойдем. Много не будем, чтобы лапка дышала. Все. Наташа, ну, да, Котя? Так, витаминки сделали, антибиотики сегодня все. Антибиотики сегодня перестаем делать, все. Теперь у нас малыш будет сидеть только на перевязках и только на витаминах, на витаме, больше ни на чем. Так, витам мы ему поколем еще пару дней и все, тоже все. А дальше скажи, будем выздоравливать. Так, все, мой золотой.